Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. 24 и 25 марта всех желающих приглашают на фестиваль-конкурс экспериментальных и зрелищных видов искусств. В программе следующие номинации: театральное пространство, художественное чтение, цирковое искусство, хореография, вокал и другие. А в Театре молодежи 24 марта отметят Международный день театра. Для юных зрителей написан оригинальный сценарий, который включает в себя увлекательные экскурсии по театру, выставку театральных костюмов, сценических макетов и просмотр двух спектаклей. Кафедра сценической речи Дальневосточного государственного института искусств открывает цикл концертов «Поэтические страницы», приуроченный к празднованию 55-летия со дня основания института. В программе будут представлены дипломные работы по сценической речи студентов 4-го курса театрального факультета. Вход 100 рублей. 25 марта свою программу представляет драматический театр ТОВ. Там горожан ожидает ночь в театре, которая начнется в 18 вечера. Основным событием станут премьера спектакля «Сукины дети», спектакль-концерт «Здесь и сейчас» и премьера фильма «Уравнение с неизвестным». Завершит ночь в театре традиционный капустник. Театр Горького тоже готовит премьеру 24 и 25 марта. На сцене покажут спектакль по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Виктор Бусаренко. А в Краевой филармонии состоится концерт популярной японской пианистки New Age и джазового композитора Кейко Мацуи. Еще 25 марта жители и гостей приморской столицы приглашают на празднование Навруза. Навруз – Байрам – праздник весны и наступления Нового года по солнечному летоисчислению у иранских и тюркских народов, который совпадает с днем весеннего равноденствия. В праздновании Навруза примут участие азербайджанская, киргизская, корейская и украинская диаспоры. Пушкинский театр приглашает 26 марта в 17:00 на концерт оркестра штаба Тихоокеанского флота. Стоимость билетов от 300 до 600 рублей. Одноактные балеты пройдут на приморской сцене Мариинского театра в это воскресенье. В программе сразу три премьеры: постановки «Шотландская симфония», «Аполлон» и «Серенада». Начало в 17:00. Приморская государственная картинная галерея приглашает посетить сольный концерт Дмитрия Красникова «Шедевры классической гитарной музыки». Вход 500 рублей. А еще во Владивостоке пройдет фестиваль детской книги. Повод – 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города. И до встречи на 8-м.